Всем доброго утра, поскольку уже утро. И я хочу подарить вам ритуал Вуду. Но этот ритуал, он подходит не каждому человеку. Прежде чем его проводить, лучше спросить мое мнение. И лучше, чтобы этот ритуал провели те люди, которые у меня уже были. Поскольку я этих людей уже знаю, я с ними работала и уже могу давать добро на это. Перед вами статуи, которые относятся к магии Вуду, божества. Один из них – хранитель, дух предков. Вторая называется царица-матерь. Это старинные статуи, и они культовые статуи. Как они ко мне попали, не имеет значения, но они у меня, и они очень сильны. Но вам такой необходимости нет. Это для простых людей. Почему я время от времени позволяю людям проводить ритуалы обращения в Вуду? Потому что есть моменты, когда вмешательство сил Вуду просто необходимо для простого человека. Но еще раз повторяюсь, без посредничества, без совета со мной нельзя проводить, потому что это проводится совместно с ведьмой. Сначала провожу я, и в течение 3 дней проводит человек. Итак, перед вами Ошун, перед вами другие божества Вуду. Если вы будете проводить, вам нужно взять орех, изюм, чернослив, то есть все, что угодно, все, что вот здесь можно. Импровизировать, можно дать волю фантазии и ставить на стол такие сухофрукты, орехи и обязательно красное полусладкое вино. Вам нужно 4 свечи, 4 цвета свечи. Белая свеча – это цвет Ошун, богини. Синяя свеча, вот они должны именно в таком порядке. Синяя свеча – это цвет Шанго, ее супруга, бога грома и молнии. Зеленая свеча – это цвет Легба. Значит, и красная свеча – это цвет Мама Бриджит. Вот эти 4 основных составляющих, потому что вызов в основном идет к главным лоа, то есть к главным божествам. Верховное божество зомби, он, ему особого цвета не нужно, потому что он воплощает в себе все. Вы можете создать определенную такую африканскую, скажем, обстановку, но алтарь должен быть черный. То есть ваш алтарь должен отличаться от моего алтаря тем, чтобы, то есть, что там не будет именно статуи богов Вуду, потому что простому человеку их не рекомендуется держать. Они очень много сил забирают, и они опасны где-то. Определенные заклинания на языке суахилии. И эти заклинания мне было доверено, поэтому я на основе этих заклинаний составила свой ритуал, естественно. Когда это все будет сделано, оставьте на ночь, потому что нужно ночью это сделать, или под утро. Но в течение 3 часов оно должно стоять на столе, вот это все. Свечи потушите. Итак, это оставляется на 3 часа. Потом вынести под дерево. Вы можете просто пересыпать в пакет, вынести под дерево и там посыпать прямо под дерево.
оставьте там столько монет, сколько вам лет, и кусок черного хлеба. Ничего не говоря, уходите. Вино дома можете вылить, вино не нужно выносить никуда. Это заклинание для получения победы. Победы в делах, победы в начинаниях, в том деле, которое, как бы, которое вы планируете. Одним словом, чтобы получить победу. Чтобы победить в том начинании, которое у вас в данный момент происходит. На суде ли, там, получить какое-то там повышение. В общем, вот когда у вас особый случай. Каждый раз просто так нельзя использовать вуду, потому что это опасно. Потому что боги вуду очень свирепы, и они не любят, когда их тревожат просто так. Когда вы получите эту победу, когда у вас все получится, дорогие друзья, я рекомендую вам купить какую-нибудь красивую вещь, оставить на перекрестке. Это может быть все что угодно. Это может быть какое-то серебряное украшение. Это может быть какой-то браслет там красивый. Это может быть красивая бижутерия. Без разницы. Оставьте где-нибудь на перекрестке со словами: оставляю богине Ошун. Она любит эти украшения получать потом в дар. Считается, что отдавая вот кому-либо, вы отдаете ей, и энергия этого украшения уходит к ней. Желательно, это не обязательно, но желательно, потому что если вы будете благодарить богов, они к вам будут благосклонны. Начнем. Омиунгу вазе, разуку квангу, уминди, джуа яман, дуи, ква джина ла яко, о лоа, о древний лоа легба, открой перекрестки, позволь обратиться к богам, ибо ты есть ключник, ты есть дорога к божественному началу. Вначале открываются перекрестки. Дальше. О лоа, древние лоа, боги великие, награждающие и карающие, услышьте меня и дайте то, что я прошу. О миунгу вазе, разуку кванго, уминди джуа ямандуи, ква джина лаяко. О духи победоносные, исполненные благами, придите ко мне и помогите мне в свершениях моих силами вуду, волею великого зомби, мощью Шанго, удачей прекрасной Ошун, силой мама Бриджит, бесстрашием папы Легба. Заклинаю вас, даруйте мне победу. О Миунгу вазе, Рузуку кванго, уминди джуа ямандуя, кваджина мия яко. О духи победоносные, исполненные благами, придите ко мне и помогите мне в свершениях моих, силами вуду, волею зомби, мощью Шанго, удачей прекрасной Ошун, силой мама Бриджит, бесстрашием папы Легба, заклинаю, даруйте победу мне. Да будет так. Не забудьте. Вначале колдун или ведьмы должны открыть ваши перекрестки. Только потом вам будет позволено обратиться к высшим лоа, то есть к богам Верховного Пантеона Вуду, для того, чтобы ваше дело, ваша просьба и ваше начинание увенчалось победой для вас. Всем удачи!